У меня большая просьба ингушскому народу. Если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания. Что вы планируете делать? Со мной убить меня, изгнать, избить, не знаю. Что вы хотите? И в чем я провинился тоже? Обоснуйте, юридически, шариатски, по обычаям, не имеет значения. И обратитесь к нашему роду, старейшему роду. Вот ваш такой-то, такой-то, сделал такие-такие шаги, нарушил такие-то параметры, поэтому мы его обвиняем в этом, в этом, в этом, и степень наказания будет убийство. Или мы его это сделаем, мы это сделаем. Да? Официально, если сейчас идешь, соблюдая наши обычаи, традиции, надо делать все. Если вы нарушаете все эти нормативы, то это уже не войнацкий, не ингушский, не чеченский народ, ни адаты, ни обычай. Поэтому я вас прошу, кто меня считает своим врагом, определите, обоснуйте степень вины и объявите, наказание, степень наказания, что вы планируете делать со мной. Тогда я буду предпринимать меры, Если я виноват, то постараюсь найти общий язык, принести свои извинения, доказать свою правоту. А если не получится, то приму наказание, А если, необоснованно вы меня обвиняете, то я вас уверяю, я так дешево, тоже не оставлю вас, Постараюсь, спросить сполна. Я это не просто говорю, это не просто слова, Или я не собираюсь дальше шутить. Я не хочу запятнать историю, свое время будущей главой республики, между ингушским и чеченским народом, Те люди, которые хотели разделить нас, расчленили, Это было еще тогда, в царские времена тоже. Вы, если покопаетесь, историю, найдете, причин, как нас натравили друг против друга, И сейчас тоже самое, повторяется, Поэтому я не хочу, быть виновником всего этого, Я хочу быть верным, слугой народа и рабом Всевышнего. Я хочу служить своему народу, продолжая то, что начал наш первый президент, отдавая жизнь тысячи, отдавали жизнь тысячи моих братьев, на этом пути, на пути справедливости, на пути Всевышнего Аллаха, на пути закона и справедливости. Поэтому те обвинения, которые там пишут в комментариях, я их никак не воспринимаю. Это не народ, это не человек, это никто, и его звать никак. Я называю их оно. Поэтому, если есть у вас претензии к Рамзану Кадырову, то у меня есть свой род. Я подчиняюсь всем обычаям, традициям, У нас есть старейшины, у нас есть духовенство. Не имеет значения, глава я республики, не глава, Я соблюдаю все каноны ислама, обычаи, традиции, адаты своего народа. Поэтому я вас прошу, чтобы вы озвучили свои обвинения и объявили приговор, наказание. Буду ждать 3 дня. Вот. Я не говорю, чтобы говорил какой-то незрячий человек, который
говорит все, о чем не знаю даже, но обо всем ни о чем. Я не говорю о тех людей, которые там сидят там, где-то в Европе, но которые представляют якобы там какие-то там общественные организации. Я говорю о народе ингушском, но я знаю у вас, как есть фамилии, старейшины, Дон Тейпов, вот. Я какой такой Тейпа, Дон, или фамилии, я такой-такой. Вот у нас претензии к Кадыру, это, поэтому мы его считаем врагом, поэтому мы его, как увидим, убьем. Как увидим, Дон, это сделаем. Вот чтобы вот мы объявляем кровное мести. Вот, озвучьте, пожалуйста, Дон. Только тогда я буду принимать это от ингушского народа или из отдельных частей, да, фамилии Литейпов. А так, господа патриоты кнопочные, да, Оле, да, мне так стыдно бывает за нас, за всех. Как можно, да, мужчины, да, даже мужчина, да, мужчина, не напишет, да, роду мужскому даже, да, писать такие вещи, да, и женщины пишут, да, о, Рамзан наш враг, он отнял у нас земли, забрал, использовал власть Путина, дал деньги, унядных, менядных, да, валлахи, биллахи, таллахи, клянусь вам именем Всевышнего, да, будь я проклят и мой род, да, если я не говорю правду, да. Я делал все, все так, как, да, просил ваше руководство, да. Я пошел на уступки, оставил вам наши села, да. Посмотрите, когда нас объединяли, да, какие у нас земли были, когда нас разделяли, да, какие были, что было. И узнаете, да, чьи это села, да. Но если спросить у определенных чеченцев, то они говорят от Дербента до Анапы, это территория чеченской, чеченского народа. Если спросить у отдельных ингушей, они то же самое говорят. То же самое там говорят и Дагестане, да. Ну, это всегда они были, да. Они такие люди тоже нужны в государстве, да. Вот, они используют свои там определенные там условия, которые им поставили, да, их не хозяева, да. Вот есть у нас в России политологи, там, не знаю, там, общественные организации, общественники, да. Если ты их послушаешь, ну, посмотришь, ну, подумаешь, что они реально патриоты, да, у них есть свои видения, взгляды. А если реально посмотреть, они все песни поют под одну дудку, да. Поэтому я уверен, что мы не должны подчиниться, да, шайтану, подчиняться, да, тем провокаторам, которые продались шайтану, да. Мы должны жить в дружбе, мире и согласии, да. Если у вас есть ко мне претензии, да, обоснованные, да, шариатом, светским законом, обычаем, адатом, да, то отправляйте, да, как это положено делать в наших обычаях, традициях нашему роду. И я любое ваше решение приму, да, если я виноват, я не стесняюсь, да, принять свою вину и попросить извинения, да. Если вы меня необоснованно обвиняете, да, и стараетесь оскорбить, задеть честь, достоинство, клянусь Всевышним Аллахом, да, для меня не существуют никакие законы, да, чтобы отстаивать свою честь, достоинство, достоинство семьи, народа, свою, да, я буду использовать все. И я не оставлю, да, тех людей, которые хотят запятнать честь, достоинство, сладон, моего народа, моего рода, семьи и лично, да, моего, да. Поэтому я пойду на все. И я вам обещаю дать ответ достойный, да. И мне без разницы, да, какие у вас будут
На этот расчет Дон. Давайте, Дон. Вот 17:30. Я сейчас время. Я буду ждать трое суток, Дон. И объявите, Дон, ваш Дон. Так что накажем, Дон. Как это правильно сказать? Если есть месть, если есть Дон, вражеский Дон, отношения, не знаю, Дон, как это правильно сказать, Дон. Ну, давайте, Дон, посмотрим и поставим точку, Дон, раз и навсегда.